Весы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на декабрь месяц. И первая карта для вас, мои королева Пентакли. Контролируйте вашу стабильность. Знаете, вот в начале месяца именно может быть то, что контролировать ваши эмоции, контролировать ваши, знаете, именно состояние, вот именно стабильность. Вот чтобы у вас как бы в начале месяца было именно стабильности. И именно здесь показывает то, что у вас даже в начале есть ваше вот именно по финансам, как бы четко показывать то, что у вас оно есть. Вот эти финансы, вот эти... то, что как бы вам нужно. Следующая карта для вас, мои дорогие, карта Солнца. Знаете, вот именно в начале месяца у вас идет вот именно продвижение, вот именно ясность, именно, знаете, успех. Вот такое, знаете, состояние, когда у вас и финансы получаются, и в отношениях у вас, и там с детьми. У вас как бы это все есть именно в начале месяца. Следующая карта, мои дорогие, рыцарь жезлы. Рыцарь жезлы показывает, а почему у вас в начале все это есть? Потому что вы боретесь. Даже то, что вы горите изнутри, вы не останавливаетесь, вы хотите стать счастливым, вы хотите достичь вашей цели, вы хотите вот именно ваше, вот именно финансовое благо, чтобы было. У вас вот именно то, что вот дается, то, что вы боретесь, вы не останавливаетесь. Следующая карта, мои дорогие, давайте посмотрим на середине месяца, это карта дьявола. Смотрите, в середине даже то, что вот именно вот это состояние у вас и финансы, и отношения, и с детьми, все это даже то, что вы горите изнутри, то, что вы боретесь, чтобы это у вас было, вот в середине может быть какие-то искушения. Обращайте внимание на то, что может быть люди, которые хотят с вами манипулировать, или может быть такая ситуация, которая именно, чтобы вас, знаете, будет даваться то, что вы хотите настолько сильно, чтобы у вас вот именно вот это состояние у вас как бы ушло. Но на это обращайте внимание. Здесь для мужчин обращайте внимание, что может быть какая-то женщина, где может вас обмануть. Именно вывести в такое, знаете, состояние, чтобы вы не понимали, что с вами происходит. Следующая карта на середине месяца, вот, восьмерка мечей. Вот дойти до такого состояния, чтобы вы, ну, как бы у вас не было, знаете, какие-то продвижения вперед. Как бы, чтобы вы были в ограничении. Здесь, мои дорогие, здесь может быть даже то, что у вас это ступорное состояние, вот, в середине она будет, и вы, вот, может быть, даже у вас как будто вы поймете, что с вами что-то не происходит. Здесь есть решение. Здесь самое главное, как бы, обращать внимание, открыть глаза, прислушиваться, может, люди, которые будут какие-то, может, здесь тоже советы вам давать, чтобы вы, знаете, не горели изнутри. Почему? Потому что вы даже вот вначале, да, есть состояние, когда вы горите, вы как будто не видите вот именно вот идти вперед. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, карта суда. А вы должны понимать, что после, знаете, то, что вы горите изнутри, то, что вот у вас это состояние, вы должны это пройти. Почему? Потому что вам нужно уже возрождение. Вы, знаете, может, вот то, что у вас было в прошлом какие-то проблемы, все-таки вы, свыше вы должны поплатиться за какой-то вины. Потому что здесь может быть то, что для мужчины в середине месяца поплатиться за чего? Потому что вы, может быть, у вас происходила какая-то измена, и вы настолько горите изнутри, что вам настолько вот состояние, что вам нехорошо. Но здесь нужно было, как бы говорится, искупление какой-то вины. Следующая карта, мы посмотрим на конец месяца, мои дорогие, это десятка кубков. Здесь может быть даже не то, что в декабрь месяц в начале происходило какие-то измены, но здесь вы как будто в середине горите из-за этого. Вы как бы понимаете, что так настолько вам плохо, настолько вы понимаете, что предали именно те люди, которые близки вам, которые вот именно давали вот то счастье, счастье вам, то те эмоции, ту любовь. Именно здесь вы чувствуете даже то, что вы предали их, ваших детей, вот именно ваше
Вот. Но смотрите, потому что середина у вас все-таки может быть опять вот эти искушения, которые из прошлого. Следующая карта на конец месяца – туз кубков. А туз кубков вот именно вот в начале, если у вас вот это, вы понимаете, что вы должны за это поплатиться, и вы вот именно если начнете, вот и ваше состояние, знаете, вот такое будет, как полная чаша. Вы поймете, что вы начинаете опять любить, вы понимаете, что вы опять можете стать счастливой, вы понимаете вот то, что я не должен предавать, ну, своих родных, или, ну, вот такое состояние, то, что вы вот именно со середины, если вы пройдете, то у вас как бы в конец как бы все хорошо. Давайте посмотрим совет для вас, что вам высшие силы. Паш Пентакли. А Паш Пентакли говорит, чтобы не сидеть в беде. Может быть, даже как совет, что рассказывать, чтобы вы настолько себя не чувствовали, и признаться. Почему? Потому что здесь ну, это нужно, чтобы вот это состояние ваше, чтобы вы переходили на другой уровень. Смотрите, конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Инстаграме, там будут больше постов о Таро.